Ну, во-первых, у нас, мне кажется, опять же, существует такая проблема, что все фильмы, которые новые придумываются и создаются, режиссеры, продюсеры ставят ставки на известных актеров. Соответственно, ты приходишь в кинотеатр, и там, я не знаю, 5 фильмов, и в этих 5 фильмах одни и те же актеры. Я слышу, я не только от себя это говорю, я слышу это от родных, от друзей, от знакомых. Они говорят, это проблема, посмотреть не на кого. Постоянно одни и те же лица, все мешается. Ты пытаешься вспомнить какой-то фильм, а ты не можешь вспомнить, потому что я его уже и здесь видел, и там, и тут. И все путается, в голове полная каша. И, ну, мне кажется, нужно просто дать вдохнуть людям, которые готовы нести не только какую-то финансовую выгоду, но еще и как вот творческих каких-то успехов добиться молодых, я имею в виду режиссеров, у которых есть, ну, бешеные просто идеи, но нет финансирования. Ну, так вы помогите. Но мне кажется, здесь уже, может быть, я не знаю, проблема не государства, не знаю, нашей страны в целом. Есть талантливые люди, но у них нет возможности пробиться. Нет возможности финансовой вложиться, но они пытаются как-то что-то делать, но это же видно, что все сделано своими руками.